Добрый день, коллеги, друзья. Мы рады, что вы пришли на очередной вебинар, который проводит компания Брюлов. Меня зовут Михаил Рудяк. Наш сегодняшний вебинар посвящен новому прибору, который называется Pearl Nano, выпущенному компанией Epifano Video. И сегодняшний вебинар прочтет представитель этой замечательной компании Виктор Дубровин, директор по развитию бизнеса. В процессе, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, пишите их в чате. Время от времени мы будем с Виктором останавливаться и будем отвечать на эти вопросы. Виктор, вам слово. Да, спасибо большое, Михаил. Еще раз, меня зовут Виктор Дубровин, я работаю в компании Epifano. Брюлов Консалтинг наш очень верный и надежный партнер, и очень рад буду сегодня ответить на все любые ваши вопросы сегодня по Pearl Nano или вообще любой продукции Epifano. Значит, план у нас на следующий час такой. Начну я с обзора продукции Epifano Video, расскажу про то, что у нас есть, что мы производим. Расскажу про новинку Pearl Nano. И в самом конце я покажу демонстрацию веб-интерфейса и расскажу, как на самом деле вы Pearl Nano можете управлять. Так что ближе к концу будет очень хорошее время задавать вопросы по тому, как прям наяву использовать Pearl Nano. Значит, начнем с продукции компании Epifano Video. Epifano производит карты видеозахвата, и также мы производим линейку устройств записи и трансляции, которая называется Pearl. У нас в этой линейке есть три устройства: Pearl 2, Pearl Mini и Pearl Nano. Вот Pearl Nano — это как раз наша новинка, о которой мы будем говорить сегодня. Но, в принципе, принцип всех устройств одинаков. Это универсальность в плане видеоисточников, универсальность в плане того, куда вы можете вещать ваш видеопоток. Это надежность, естественно, надежность и качество, качество картинки, качество сборки, качество поддержки и также простота в использовании. Все наши устройства очень отличаются от других на рынке именно в простоте в использовании. Вот можете сравнить размер этих устройств. Pearl 2 – это самый наш большой крупный энкодер, микшер, устройство захвата, записи, трансляции. Pearl 2 может захватывать и транслировать в 4К, имеет 6 видеовходов, тачскрин 4 дюйма, внутренний диск 500 гигабайт, а также поддержка таких технологий, как NDI и Chroma Key. Pearl Mini – это, по сути, мини-версия Pearl 2. Тут все, можно сказать, поделено пополам. То есть тут вместо 4К у нас мы можем транслировать, записывать видео в Full HD. Вместо 6 видео, физических видеовходов на устройстве у нас имеется 3 физических видеовхода. Это 2 HDMI и 1 SDI. Тут у нас есть чуть покрупнее тачскрин, 7 дюймов для управления этим устройством и 2 аудиовхода. И также нету диска, тут у нас есть слот для SD-карты. И вот недавно мы запустили на рынок новое устройство, называется оно Pearl Nano. Как вы можете понять из названия этого и из картинки, это самый наш компактный, самое компактное устройство для захвата, кодирования
трансляции и записи. Значит, Perl Nano очень хорошо подходит под небольшие, может, небольшую какую-то трансляцию мероприятий или в применениях, где у вас только один или, может быть, два видеоисточника. Принцип устройства такой. Во-первых, вы можете комбинировать ваши видеоисточники в один поток. Вы можете транслировать это в сеть на любые видеоплатформы, следить за этим на маленьком экране на самом устройстве плюс через веб-интерфейс. И также вы все происходит, можете записывать внутри самого устройства Perl Nano. Начну сразу с того, что Perl Nano умеет, и вообще главный функционал этого энкодера. Значит, во-первых, как вы видите, у нас есть экран, диагональ экрана 2,2 дюйма. В отличие от Perl Mini и Perl 2, это не тачскрин. Управление делается вот кнопками, которые находятся справа от экрана. Значит, у нас есть вход SDI и один вход HDMI. То есть вы можете параллельно захватывать видео с этих двух источников, каким-то образом их микшировать и дальше передавать в сеть. Также у нас есть один выход HDMI и плюс один сквозной выход HDMI. То есть в сквозной выход вы получаете ту же картинку, которая у вас есть на входе. То есть, по сути, вы можете ставить Perl Nano как промежуточное устройство между, скажем, камерой и дисплеем в зале или между проектором и дисплеем. Также у нас есть HDMI видеовыход, который показывает уже микшированный видеосигнал, и я вот чуть попозже покажу этот функционал. Когда речь идет о поддержке разных современных протоколов для передачи видеопотока в сеть, мы поддерживаем протоколы RTMP, RTSP, также поддерживаем протоколы SRT, HLS и MPEG-DASH. У нас есть очень хорошие API, то есть вы можете встраивать функционал Perl Nano в ваши разные применения. Плюс у нас есть интеграция с Kaltura, Panopto, это CMS, и плюс интеграция с тачскринами Crestron. Питание на Perl Nano подается через 12 вольт, то есть от сети питается, или у нас есть поддержка Power over Ethernet, то есть, по идее, вы можете или использовать блок питания, или вы можете просто подавать питание через Ethernet, если у вас есть такая возможность. Вы можете записывать на SD-карту, вот у нас здесь есть слот для SD-карты. Также у нас снизу устройства есть слот для SSD M2, то есть вы можете вставить свой SSD и записывать также видео на него. И еще раз, у нас устройство управляется через тачскрин, у нас также есть веб-интерфейс, плюс у нас есть облачный интерфейс, который называется Epiphan Cloud. Если есть какие-то вопросы, Михаил, буду рад на них сейчас ответить. Виктор, ну сейчас у нас, насколько я понимаю, все абсолютно понятно. Вопросов практически нет. Блок питания идет в комплекте? Единственный вопрос. Блок питания идет в комплекте, естественно. Хорошо, Виктор, тогда больше вопросов пока нет. Продолжаем. Хорошо.
Вот просто фотография Pearl Nano, чтобы вы могли, могли оценить, оценить размер, размер этого, этого устройства. Это реально нано по своему размеру устройства. Мы все смогли запихнуть в очень-очень маленькую, маленькую коробку. Для, учитывая, какой у нас тут имеется в внутри устройства функционал. Значит, еще раз, что именно делает Pearl Nano? По сути, это устройство захвата, вы захватываете видео с видеоисточников, вы можете также добавить к этим видеоисточникам какой-нибудь фон, картинки, логотип или, или текст. Все это вы можете микшировать с аудиовходами, аудио, вашим, вашими локальными аудиопотоками. И потом вы вот уже вот это вот видео, монтированное видео или микшированное видео вы можете показывать через, через HDMI локально или транслировать через локальную сеть, ну и, конечно же, в интернет. Также Pearl Nano позволяет вам делать, делать записи. Записи делаются на SD-карту или на M2 SSD. Также записи вы можете напрямую настраивать, чтобы записи напрямую передавались, например, на ваш FTP-сервер или, или, или в сетевое хранилище. И, наконец-то, вы можете управлять всем процессом и следить за тем, что происходит через, через или веб-интерфейс, через, через маленький экранчик, который находится на самом устройстве, или через, через облако. Так, Виктор, есть сразу, еще... да, Виктор, mm-hmm. можно сразу вопрос по поводу SD-карты? То есть правильно ли мы понимаем, что если мы используем M2, то SD-карта нам не нужна? То есть мы можем использовать либо-либо? Либо-либо. Значит, если, если в устройство вставлена и SD-карта, и M2, тогда автоматически используется M2, диск M2. Но это, по сути, мы даем вам выбор. Хотите ли вы использовать носитель, который портативный, который можете взять, вынуть и взять с собой SD-карту, или хотите ли вы использовать носитель, который встроен, встроен устройство, которое, которое нельзя вынуть, нельзя потерять. Павел задает вопрос. На прошлых моделях SD-карта была как кэш. То есть здесь она так не используется. Да, ну, смотрите, на самом деле SD-карты используются и M2, в принципе, используются примерно, примерно так же. Вы можете или использовать SD-карту как кэш, то есть вы можете записывать на SD-карты, потом все это сливать куда-нибудь еще, все видео на FTP-сервер, на внешний USB-диск. Ну, или вы можете напрямую уже записывать на SD-карту, и потом скачивать видео уже с самой SD-карты. Как бы это ваш выбор, хотите ли вы ее использовать как кэш для того, чтобы потом дальше это видео куда-то передавать, или хотите использовать просто как уже финальное хранилище этого видео. Виктор, а максимальный объем SD-карт? Максимальный объем SD-карт – хороший, очень хороший вопрос. Я не могу, к сожалению, сейчас ответить на него. Насколько я помню, мы поддерживаем SD-карты до терабайта. Но я советую вам уточнить на нашем сайте. Там у нас будет более точная информация по максимальному объему SD-карт. Может быть, он чуть-чуть больше. Еще один вопрос. Он, правда, не про Pearl Nano, а про Pearl 2, который задает Игорь, какие основные софтовые ограничения относительно Pearl 2? Игорь использует Pearl 2 уже более 2 лет. То есть какие отличия между Nano и Pearl 2, кроме отсутствия NDI, 4K и Chroma Key? Хороший вопрос. Я чуть позже покажу софт и интерфейс.
Perl Nano, и на самом деле у нас интерфейс практически такой же, как у Perl 2. Я бы сказал, что самое большое различие в плане софтовых ограничений — это то, что вы в Perl Nano не можете, не можете делать параллельный видеомонтаж в разном виде. То есть в Perl 2 вы когда настраиваете канал видео, вы можете переключать между разными видами, да, то есть, например, если у вас имеется три видеоисточника в Perl 2, вы можете пока идет трансляция, пока идет поток, вы можете переключать между одной камерой, другой камерой и между микшированным каким-нибудь видом, да, то есть у нас этого функционала свитчинга нету внутри Perl Nano. По сути, то, что вы настраиваете, то, что вы видите на экране на устройстве, или то, что тот layout, который вы настраиваете внутри веб-интерфейса, он фиксированный. Вы не можете его менять прямо во время потока. Когда дело доходит до 4К, на самом деле Perl Nano будет поддерживать 4К. Это выйдет как дополнительный функционал, дополнительный пакет, который вы можете потом докупить. Но в плане железа Perl Nano поддерживает и кодирование 4К, также Perl Nano поддерживает видео входа 4К. Спасибо, Виктор. Вопросов пока больше нет, тогда продолжаем. Отлично. Так, здесь я хочу быстро упомянуть, что вы можете видеть через передний дисплей, который совсем маленький, 2 дюйма в диагональ. Справа дисплея у нас есть кнопки. Используя эти кнопки, вы можете стартовать и останавливать запись и трансляцию канала. Вы можете, естественно, смотреть на то, что в данный момент записывается или транслируется. Если какие-либо появляются ошибки, например, если у нас проблема с видеотрансляцией или забит диск, то вы увидите это сразу же на переднем дисплее. Вы можете делать простую настройку устройства. В данном случае вы можете настраивать вещи, как, например, IP-адрес устройства через этот экранчик. И также вы можете увидеть информацию об устройстве, такие вещи, как серийный номер, сколько осталось места на диске, и также время работы устройства. Вот пример то, что мы называем layout. Здесь мы комбинируем видео с двух источников. Это может быть SDI и HDMI, плюс у нас есть фон и логотип. И это то, что мы можем записывать и вещать в сеть. Чуть позже я вот покажу, как это все настраивать и как это работает. Виктор, Игорь задает уточняющий вопрос по поводу layout. То есть, в отличие от второго Perl, здесь у нас как бы в моменте у нас есть только один layout, который мы настроили. Вот, соответственно, по ходу мероприятия переключать мы их не можем. Это будет как-то изменено либо добавлено там с течением времени? Так и изменения планируются? Очень хороший вопрос. В данном функционале изменения не планируется. То есть Perl Nano сможет только транслировать и записывать один layout. Вы можете во время потока, во время записи, во время мероприятия, вы можете заходить в веб-интерфейс и вручную менять что-то в этом лейауте, и это будет уже меняться в вашем потоке. Но у Perl Nano не будет функционала, как, например, у Perl 2 или Perl Mini, где вы можете заранее настроить кучу разных лейаутов и между них переключаться.
То есть это большая концептуальная разница между Perl Nano и Perl Mini и Perl 2. Perl Mini и Perl 2 позволяют вам переключать между разными источниками и переключать между лейаутами прямо во время трансляции или записи. Такого функционала в Perl Nano у нас не планируется на данный момент. Виктор, а как, если сделать такое изменение в веб-интерфейсе, визуально это как будет выглядеть? Да, я могу это чуть-чуть позже показать. То есть, какой-то минимальный срыв, там черный экран? Или не будет, нет, не будет ни минимального срыва, ни черного экрана. То есть идея в том, что если вам нужно во время мероприятия или во время трансляции переключать между разными источниками, то здесь намного, намного больше подходит устройство Perl Mini и Perl 2. Они его для этого сделаны, для того, чтобы именно переключать между разными источниками, заранее настраивать кучу лейаутов. В Perl Nano вы можете настраивать лейаут, но он только один, и вы можете менять внутри самого лейаута, например, позицию разных вашего логотипа или текста, но заранее настраивать разные лейауты у вас, к сожалению, не получится. У нас этот функционал просто не предусмотрен. Спасибо, Виктор. Дальше вот про работу устройства мы можем захватывать источники, опять же, с любых микшеров, видеокамер, ноутбуков, проекторов и так далее. Также мы здесь можем захватывать источники SRT, IP-источники. И все это мы захватываем, стримим в потоковой трансляции и записываем. Немножко еще хочу поговорить про техническую сторону устройства. У нас есть видеовходы сзади, два видеовхода. То есть у Perl Mini у нас три видеовхода, у Perl 2 их шесть физических видеовходов, но здесь у нас имеется два. Это HDMI 1.2 и также SDI. На данный момент SDI поддерживает 3G SDI источники, в дальнейшем будет поддерживать 12G SDI, если у вас будет 4K поток. Когда мы говорим об аудиовходах, то у нас два XLR, мы можем также захватывать USB звук с USB микрофонов и разных девайсов. У нас есть обычный аудиовход RCA, и, естественно, мы можем захватывать аудио через HDMI и SDI. В дальнейшем у нас также выйдет прошивка месяца через три, где мы будем поддерживать USB камеры. Все будет бесплатно, это выйдет как обновление через пару месяцев. То есть помимо HDMI и SDI вы также сможете захватывать видео с USB камер. Этот функционал уже имеется в Perl Mini и Perl 2. Когда дело доходит до настройки лейаутов, мы поддерживаем максимум два разных видеоисточника в Perl Nano и поддерживаем любое количество аудиоисточников. Кодирование на данный момент у нас делается в кодеке H264, Full HD, 60 кадров в секунду. Когда у нас выйдет дополнительный пакет функционалом с 4K для Perl Nano, мы также будем поддерживать кодек H265, и также мы будем поддерживать 4K 30 кадров в секунду и 4K и 4K на входах HDMI, SDI и USB. Если мы будем говорить об протоколах, которые мы поддерживаем для вещания, для трансляции потока, то мы поддерживаем RTMP и RTMPS, HLS, MPEG-DASH и SRT. И, естественно, как я уже упоминал, мы можем записывать напрямую на SD-карту или на
диска на SSD M2. Также у нас есть внутри устройства поддержка передачи этих файлов на внешние USB-носители или, или на сервер FTP и сетевые хранилища. Есть какие-то вопросы по технической части или еще функционалу Nano? Небольшой вопрос задает Евгений по поводу функционала Perl Nano. А есть возможность назначить сетевые настройки с экрана? Да, естественно. Это как бы одна из главных, я считаю, функций экрана, то, что вы можете полностью сетевые настройки именно настроить с экрана. То есть вы можете, к примеру, указать, что вы хотите настроить статичный IP-адрес и вбить информацию об IP-адресе, прямо используя кнопки на самом устройстве. Спасибо, Виктор. Движемся дальше. Отлично. Тут просто мы показываем различные видео входы и выходы на устройстве. Я их уже упоминал раньше. Хочу немножко еще поговорить о том, как и где Perl Nano используется, и подчеркнуть разные способы применения. Вот, то есть мы видим, что Perl Nano будет использоваться в конференциях, в разных правительственных организациях для записи и передачи заседаний, в корпоративном секторе, опять же, для записи и передачи мероприятий, и также в образовании в вузах для того, чтобы записывать, транслировать лекции, эксперименты и так далее. Вот очень такое типичное применение Perl Nano. Если у вас есть один источник с камеры, это может быть SDI, источник презентации с ноутбука со слайдами, это может быть HDMI, плюс аудиоисточник, в данном случае это XLR, вы можете все эти три источника захватить на устройстве Perl Nano, их замикшировать, то есть сделать внутри устройства видеомонтаж этого всего в один красивый, то, что мы называем, layout, и транслировать это напрямую на медиа-сервис или CDN, и также показывать это на дисплее внутри комнаты или на мониторе, чтобы вы это все могли смотреть. Плюс все это также вы можете записывать, чтобы потом сохранить для монтажа или для архива. Также Perl Nano часто используется после с более профессиональных как бы свитчеров. То есть если у вас есть, например, какой-нибудь студийный видеомикшер, у которого нет функции видеотрансляции и видеозаписи, то вы можете за этим видеомикшером поставить Perl Nano. И, используя Perl Nano, вы можете и записывать, и передавать в сеть все то, что вы микшируете на этом профессиональном видеомикшере. И также я хочу упомянуть технологию SRT. Для тех, кто не знаком с SRT, SRT – это довольно новая технология для передачи видео через сеть. Мы совсем недавно запустили поддержку SRT внутри устройства Perl 2 и Perl Mini. Также, естественно, поддержка SRT у нас будет внутри Perl Nano, что очень удобно и полезно в SRT, то, что вы можете, по сути, настроить SRT так, чтобы вы могли передавать видео между устройствами. То есть, к примеру, если у вас есть Perl 2, где вы хотите микшировать разные видеопотоки, настраивать разные лейауты,
и у вас есть видеоисточник, например, SDI или HDMI, который находится не физически находится не рядом с вашим Perl 2, то вы можете где-то еще поставить Perl Nano и через интернет или через локальную сеть передавать видео на Perl 2 через SRT. Большое преимущество SRT по сравнению с другими видеопротоколами заключается в том, что вы очень маленькая задержка на SRT-видео по сравнению с каким-нибудь RTMP, очень маленькая задержка и очень высокая надежность. Более того, SRT вы можете передавать не только через локальную сеть, вы можете передавать SRT также через интернет. Хочу упомянуть еще интеграцию с сервисами Panopto и Kaltura. У нас есть интеграция с этими сервисами. Это CMS, контент, система управления и хранения контента. Также у нас есть встроенный интерфейс для тачскринов и панели Crestron. Плюс у нас есть API с документацией, то есть у вас есть, если у вас есть какие-то свои применения или свои какие-то приложения, вы можете довольно легко встроить весь функционал Perl Nano в свое приложение. Немножко про облачный интерфейс этого устройства. У нас есть сервис, который называется Epifan Cloud. Есть и бесплатная, и платная версия. Используя бесплатную версию Epifan Cloud, которую вы получаете с каждым устройством, вы можете мониторить устройство ваше, где, неважно, где они были. Главное, чтобы у них был доступ к интернету. Вы можете мониторить и управлять этими устройствами. Вы можете стартовать записи, трансляцию. Опять же, это все используя бесплатную версию. Если вы... у нас также есть платная версия. Используя платную версию, вы можете дистанционно зайти и менять настройки внутри устройств Epifan. Есть какие-то еще вопросы на данный момент? Виктор, у нас есть вот один вопрос, который Кирилл задает. Выход HDMI по струс, то есть вот проходной выход, да. Он дает видео без задержки, я правильно понимаю? Он на то и проходной. Да, он дает видео без задержки, и он дает видео без задержки, и он дублирует только видео входа HDMI. Поэтому да, поэтому он на проходной. То есть идея в том, что вы можете Perl Nano поставить, например, между видеокамерой и между монитором или между источником видео со слайдами и проектором, если мы, например, транслируем лекцию. И вместо того, чтобы использовать какой-нибудь HDMI-сплиттер, дополнительное устройство, вы можете просто использовать HDMI вот это вот pass-through для того, чтобы... Не надо было лишние какие-то устройства использовать. А на этом выходе дублируется не только HDMI вход, но и SDI, я правильно понимаю? Только HDMI дублируется на этом выходе. Только HDMI? Только HDMI, да. То есть микшированный сигнал с... У нас на Nano есть два HDMI выхода. Угу. У нас вот есть этот pass-through, где вот дублируется без какой-либо задержки то, что имеется на входе HDMI. Плюс у нас есть HDMI-выход, на котором уже, через который уже вы можете показывать то, что вы микшируете внутри Perl Nano. Угу. То есть возможности просмотреть тот сигнал, который мы подали по SDI, да, через этот выход нет? Через этот выход нет, но через этот выход, да. Через этот... Да. Проходной, да, все понятно. Да. Хорошо. И еще один вопрос, Виктор. Есть ли ограничения на число каналов?
Или ограничение на число потоков в канале. Да. Значит, поддерживается у нас один канал. Вы можете одновременно записывать один канал. Но у нас нет ограничения на количество потоков с этого канала. То есть, если вы хотите транслировать ваш видеоканал в разные медиа-сервисы или медиа-сервера, у нас абсолютно нет на это ограничений. Вы можете транслировать это параллельно на YouTube, на свой медиа-сервер и куда-то еще. И единственное будет у вас ограничение, это ограничение сети, но внутри устройства ограничения не будет. Спасибо. Так, тут у нас заказывается презентация. Сейчас я буду показывать уже сам веб-интерфейс устройства Pearl Nano. Хочу просто быстро повторить, о чем мы только что говорили, для чего Pearl Nano используется. По сути, это просто очень-очень удобный способ для видеозахвата, записи и трансляция довольно такого простого видео. У нас есть тачскрин на устройстве, то есть не тачскрин, а дисплей на устройстве, через который вы можете смотреть то, что происходит, управлять им, используя кнопки, которые находятся справа от дисплея. У нас поддерживаются все современные протоколы для видеотрансляции, включая SRT, HLS, Dash. И более того, у нас также скоро выйдет функционал, уже ближе, это уже будет, наверное, ближе к лету, где будет поддержка 4К. Так, если нет больше вопросов по презентации, я сейчас буду рад показать веб-интерфейс и также облачный интерфейс. Давайте сейчас я вот сразу уже открою. Если есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, буду рад на них ответить. Ну, пока больше вопросов нет, Виктор. Отлично. Поэтому я думаю, можно к веб-интерфейсу перейти. Так, значит, здесь вы видите наш облачный интерфейс. На самом деле этот Pearl Nano стоит у моего коллеги дома. Вот, и я могу им отсюда дистанционно управлять, что вы видите в веб-интерфейсе. И это все доступно, кстати, в бесплатной версии. Вы можете видеть все устройства, которые вы добавили в ваш веб-интерфейс в Epiphan Cloud. Вы можете смотреть, что на них происходит, то есть они онлайн или нет, их IP-адрес, температуру устройства и сколько там осталось в устройстве места памяти. Если какие-то проблемы, например, не осталось памяти, или, например, почему-то ваша Pearl Nano или любое устройство Epiphan начинает перегреваться, или, например, у вас прервался поток, то вы здесь увидите предупреждение, что что-то не так, с сообщением, которое объяснит, что собственно, произошло. Также, используя облачный интерфейс, вы можете, если у вас настроен видеопоток куда-то, вы можете стартовать и остановить видеопоток, и также вы можете стартовать и останавливать видеозапись. Вот. Также есть опция настройки новых видеопотоков, опять же, RTMP напрямую через облачный интерфейс. Но самое как бы интересное, мне кажется, здесь функция – это вот Remote Login. Используя Remote Login, вы можете войти в интерфейс вашего устройства так же, как вы бы в него вошли через локальную сеть. То есть вся настройка, все администрирование Pearl Nano делается через или локальную сеть, или вот в
облачный интерфейс Epifan Cloud. Значит, когда я захожу в веб-интерфейс, для тех, кто уже раньше использовал продукты наши Perl 2 или Perl Mini, я думаю, что тут все очень-очень знакомо. По сути, слева, когда вы заходите, просто наглядно вы можете видеть, что происходит внутри самого устройства. Слева у вас указаны все входы устройства, то есть здесь HDMI, SDI. Тут есть различные настройки, то есть вы можете в устройство встроено функционал масштабирования, вы можете масштабировать поток HDMI, SDI прямо на входе. Также вы можете настраивать картинку no signal, то есть в данном случае, если кто-то вынет HDMI провод из устройства во время потока, то у вас автоматически переключится видео на вот эту вот картинку вместо того, чтобы была запись no signal. Виктор, я прошу прощения, да. А можно увеличить картинку с интерфейсом на экране на некоторых огромных? Вот еще. Так нормально или еще даже побольше сделать? Борис, так достаточно? Да, достаточно. Mm-hmm. Спасибо. Отлично. Вот, также для аудионастроек у вас есть, вы можете зайти в аудионастройки, посмотреть на аудиовход. Сейчас у нас ничего по аудио не идет. Можете настроить громкость этого аудиовхода. Также у нас по SDI и HDMI аудио вы можете настраивать задержку. То есть если у вас звук, например, часто приходит до картинки, то вы можете немножко сдвинуть звук по отношению к видео, чтобы это все синхронизировать. Тут сейчас также есть похожая настройка для USB аудиосигнала, то есть вы можете вставлять USB микрофоны, USB аудиоисточники. В дальнейшем у нас будет поддержка USB, также будет поддержка USB видеоисточников. Здесь есть кнопка Add Input, то есть тут вы можете добавить любые источники, это веб-источники. Мы поддерживаем источники RTSP и SRT. Как я уже говорил, SRT часто используется на энкодерах, на других энкодерах, и также на некоторых новых, более новых моделей камер. Я знаю, что, например, камеры Sony поддерживают SRT-трансляцию. Но также у нас есть поддержка RTSP, и RTSP – это как бы очень стандартный протокол для различных IP-камер. То есть если это PTZ-камера или IP-камера сетевая, скорее всего, у нее будет RTSP-выход. Когда вы добавляете RTSP-источник, вы просто указываете IP-адрес вашей камеры, пароль. Вот, и тогда вы сможете этот источник уже использовать внутри вашего канала. Виктор, а какое количество камер таким образом можно добавить? Да, хорошо, просто. Значит, количество камер, в принципе, можно добавить практически любое. Мы официально поддерживаем 6 камер, но использовать вы можете только 2. Только 2 камеры одновременно. То есть, когда дело доходит до вот самой трансляции, вы можете использовать только 2 камеры в самой трансляции. Виктор, а управлять сетевыми источниками как-то можно, или мы можем только взять с них поток? Только взять с них поток, никакого управления сетевых источников нет. Мы в свое время смотрели, думали о том, как это сделать, управление PTZ-камер, и, скажу честно, это очень нелегко, потому что у всех камер есть свой
свои нюансы по сетевому управлению, поэтому управлять камерой намного лучше, используя или веб-интерфейс самой камеры, или какие-то другие контроллеры, но внутри наших устройств этого управления нету. Спасибо, Виктор. Так, значит, тут у нас вот канал. Канал – это то, где мы настраиваем наше микширование и наш видеопоток. Значит, когда вы заходите в название канала, вы видите просто информацию о том, что происходит. Тут мы видим, что у нас вот в 18 часов уже работает энкодер и трансляция. Также вы можете... У нас внутри Perl Nano, как и внутри Perl 2 и Mini, встроен свой собственный медиа-сервер. То есть вы можете напрямую сейчас открыть эту ссылку. Вы можете поделиться или открыть эту ссылку на сети, и вы можете вот смотреть то, что происходит на устройстве через ваш браузер. Тут также можно увидеть, что как бы происходит в плане кодирования. То сейчас у нас идет H264, видеокодек, Full HD и 60 кадров в секунду. Плюс мы предоставляем разные ссылки для того, чтобы встраивать этот видеопоток, локальный видеопоток, в свой какой-нибудь медиа-сервис. Так, дальше я хочу рассказать про то, как нам настраивать разные то, что мы называем лейауты. Лейаут это по сути видеомонтаж. То есть вот у нас внутри устройства есть функционал видеомикширования и видеомонтажа. Значит, работает он так. Тут у нас сейчас два источника. Один из них SDI, второй HDMI. Это две камеры, которые сейчас, повернуты на один экран. Вот. Как их добавлять? Значит, когда вы открываете этот интерфейс, у вас ничего тут нету. Сейчас я добавил фон. Вы нажимаете на вот Add New Item, выбираете видеоисточник, и в данном случае у нас есть HDMI и SDI, которое к чему-то подключено. Вот я недавно также добавил RTSP-источник, я его не подключил к камере, но тут вы можете выбрать максимум два видеоисточника, и вот это видео вы можете сюда вставлять. Также у нас есть функционал Crop. Тут вы можете выбирать, например, только часть видео и его вырезать. Значит, на данный момент вы не можете масштабировать это видео внутри самого лейаута, да, как это мы можем сделать на Perl Mini и Perl 2, но в дальнейшем этот функционал будет, он придет с новой прошивкой через пару месяцев. Вот, значит, в данном случае я вставил источник HDMI, сейчас я добавлю еще источник SDI. Вот он. Плюс я могу добавить в наш видеопоток какой-нибудь текст. Вот у нас добавлено число и время. Фон мы можем с текста убрать. Вместо названия канала мы можем написать тут вот вебинар. Плюс мы можем еще сверху добавить картинку. Вы можете просто в браузер принести картинку и добавить ее напрямую в видеопоток. У меня уже вот есть логотип наш тут. Вот еще один логотип я добавлю. Вот его можно масштабировать. И вот, по сути, как у нас строится видеотрансляция. То есть все очень просто, все наглядно и все очень легко в использовании. Ниже у нас также
есть аудиомиксер, то есть вы можете настроить, откуда поступает звук для этого потока. Все это мы можем сохранить. И теперь, если мы опять вернемся в наш видео, статус видеопотока и посмотрим его, включим там, вот мы увидим то, что мы только что, то, что мы только что настроили. Есть какие-то вопросы по этому функционалу? По этому функционалу вопросов есть, вопросов нет. Есть вопрос немножечко другой, касающийся HDMI-выхода. Можно ли назначить на HDMI-выход, назначить интерфейс и, соответственно, управлять им прямо с устройства, как в старшей модели, Игорь спрашивает. Да, да, да. Ответ да, то есть функционал HDMI-выхода абсолютно такой же, как в других более крупных устройств, как в Pearl Mini и Pearl 2. Вот здесь есть настройка, output, HDMI. Тут вы можете настроить то, что вы хотите показать на экране. Это может быть вот local console, тогда вы можете включить мышку-клавиатуру в устройство и управлять устройством напрямую, не используя компьютера вообще. То есть включите в него HDMI-монитор, включите клавиатуру, мышку, и вот открыть этот интерфейс напрямую с устройства. Также вы можете на HDMI-выход передавать то, что мы вот только что сделали, вот всю вот эту трансляцию, или какой-либо из источников. Надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Давайте Виктор достаточно полно ответил на ваш вопрос, или нужны какие-то дополнения? То есть, если вы знакомы с нашими устройствами Pearl 2 и Pearl Mini, то здесь функционал абсолютно идентичен. В принципе, функционал веб-интерфейс, настройка и так далее. У нас единый интерфейс между вот всеми нашими устройствами Nano, Mini и Pearl 2. Опять же, самое большое различие тут заключается в том, что на Pearl Nano, так как это более доступное устройство в плане цены и меньше просто в плане размера и возможностей, вы можете здесь только настраивать один канал и не можете настраивать внутри этого канала разные лейауты и между ними переключаться. Хочу также поговорить про функции энкодинга. Вы можете внутри самого устройства указать разрешение видеосигнала, который вы передаете в поток. То есть сейчас у нас указано Full HD. Но если вы, например, вы хотите передавать поток 720p, то вы здесь можете это указать. Также здесь можете настраивать битрейт, частота кадров в секунду, и также можете настраивать битрейт для звука. Здесь еще есть меню стриминга. В меню стриминга вы можете указывать, куда вы хотите это видео передавать, куда вы хотите ваш поток передавать. То есть тут мы поддерживаем вот практически все протоколы, о которых вы можете подумать. Это вот традиционные протоколы RTMP, RTSP для передачи видео в сеть. И плюс, как я уже упоминал, более новые, совсем современные протоколы, как SRT, HLS, HLS и Dash. Вот. У нас нет абсолютно никакого ограничения на количество потоков из устройства. То есть, если вы, например, хотите настроить один стрим на ваш медиа-сервис через RTMP и плюс еще настроить куда-нибудь еще стрим
через SRT, то вы можете это сделать. Вы можете одновременно запустить все потоки, или вы можете одновременно запустить один или несколько из этих потоков. То есть тут нет абсолютно никаких ограничений. Единственное ограничение является это ограничение вашей сети. Сколько потоков сможет поддержать ваша сеть. Когда дело доходит до записи, то тут в записи мы можем указывать максимальный размер файла, это по времени или по размеру. Когда файл дойдет до или 6 часов, или 32 гигов, то со следующего кадра начнется запись следующего файла. Тут у нас есть выбор между всеми форматами, видеоформатами, то есть это AVI, MOV, MP4 и MPEG. Так, еще хочу быстро, давайте я вам покажу, что у нас есть. Виктор, а можно меню метаданных показать? Да, конечно, да. Меню метаданных, тут все очень-очень просто. Метаданные это мы передаем вместе с потоком и сохраняем в запись. Это название файла, автор, копирайт и какие-то и комментарии. Угу. Так, есть еще какие-то вопросы по этому функционалу? Борис просит уточнить. При устройстве не перегреется от множества трансляций, и может ли оно зависнуть? Да, это хороший вопрос. Значит, технически устройство больше всего нагружено не от количества и самих трансляций, а именно от функции энкодинга. Да, то есть вы уже когда транслируете, разные вот эти вот потоки, вы уже транслируете одно и то же кодированное видео. И так как устройство более всего, самый большой нагруз на устройство это во время именно самого энкодинга, уже во время трансляции там практически никакой лишней нагрузки на устройство не идет. Ситуация, где устройство может перегреться, собственно, я бы сказал, что так, у нас на Perl Nano сбоку есть панели, эти панели используются для вентиляции. А ситуация, где устройство может перегреться, это когда вы ставите устройство, например, какой-нибудь еще другой корпус, где недостаточно места для вентиляции, вот тогда оно может перегреться. А от того, что вот я делаю сейчас, это ну, практически невозможно. И звук в трансляцию, конечно же, может идти из двух источников одновременно. Да, конечно, да, конечно. Это настраивается у нас здесь. Вот внизу вы можете указывать, с каких источников идет звук в трансляцию. То есть в данном случае это физические источники звука XLR, RCA, плюс аудио из SDI, HDMI, IP-камеры и USB-аудио. Можете не выбрать ничего, можете выбрать один из них, или можете выбрать их все, и тогда они все будут микшироваться уже внутри потока. То есть все, что выберем, то и будет. Да, то, что выберете, то и будет. Виктор, маленькое уточнение. Да. Выбор источника звука мы можем только в веб-интерфейсе делать или на передней панели при помощи кнопок тоже? Только в веб-интерфейсе. Это настраивается только в веб-интерфейсе. Значит, я также раньше упоминал, что это все можно менять на лету. То есть, если у вас сейчас идет трансляция, вы хотите, например, поменять источник звука, то или, например, хотите убрать один из источников видео, то, в принципе, вы можете это сделать. Вы можете сейчас вот сделать изменения, убрать некоторые источники звука, нажать на «Сохранить», и тогда в вашем потоке это все также поменяется, и поток не будет прерываться, запись и трансляция будет идти дальше. То есть идея в том, что если у вас вдруг
внезапно возникли какие-то проблемы или нужно что-то поправить во время потока, то вы можете это сделать, ничего прерываться не будет. Виктор, спасибо за максимально полный ответ. Это был следующий вопрос. Вы на него уже ответили. Отлично. Отлично. Так, у нас наш час уже практически закончился. Я быстро пробегусь через вот эти все разные настройки. Вы видите, здесь у нас очень много разных настроек. Вся продукция Epifan у нас сделана с учетом гибкости. В данном случае я хочу подчеркнуть функционал Automatic File Upload. Это автоматическая загрузка файлов в сеть. Тут вы можете настроить устройство так, чтобы оно само автоматом передавало все записи куда-то в сеть. Это может быть на ваш внешний FTP-сервер или сетевое хранилище. И также на внешний USB-носитель. То есть если у вас подключен внешний USB-носитель, вы можете также настроить передачу записи в него. Также у нас тут есть настройки облака, облако Epifan Cloud. Вы можете указать, что происходит, если вы включаете USB-носитель в USB. Можете поставить так, чтобы игнорировать USB-носитель, тогда, если кто-то его включит, то ничего не произойдет. Или можете настроить так, чтобы автоматом каждый раз, когда кто-то вставлял USB-носитель, например, флешку, чтобы все новые файлы, все новые записи автоматически туда перекачивались. Быстро упомяну сетевые настройки. Тут есть все сетевые настройки, я думаю, о которых вы можете только подумать. Все абсолютно стандартное. Плюс у нас есть диагностика, то есть если устройство почему-то не видит сети, вы не можете понять, почему нет доступа к сети с Perla Nano, у нас есть функция Ping, Trace Route. Также вы можете померить ширину вашего канала видео для передачи потока и так далее. Значит, экран спереди у нас также настраивается. На него можно ставить пин-код. Если вы ставите пин-код, тогда после того, как какое-то количество секунд кто-то не использует интерфейс на экране, он запросит у вас пин-код для того, чтобы дальше пользоваться девайсом. Опять же, это сделано для того, чтобы кто-то посторонний не мог просто понажимать на кнопки и, например, остановить случайную запись или остановить случайно видеотрансляцию. И хочу также упомянуть функцию прошивки. У нас выходит довольно регулярно выходят новые прошивки для всех наших устройств. Новые прошивки, они бесплатные, они как бы поддержка новых прошивок включена в каждое устройство Epifan, которое вы покупаете. Если появится новая прошивка, то вы увидите сообщение сверху, или также вы можете зайти в меню Firmware Upgrade и проверить, не вышла ли новая прошивка под устройство. По сути все. Я через все пробежался. Надеюсь, что достаточно внятно все объяснил. Если есть какие-то вопросы, буду рад на них ответить. Коллеги, есть еще какие-то вопросы? Виктор, вопросов больше нет. Спасибо вам большое. Были рады в очередной раз вас видеть. Спасибо за развернутый рассказ о новом приборе. Отлично. Желаем нам, компании Брюлов, хороших продаж, а вам, да, компании Epifan,
выпускать новые и новые приборы, новые прошивки, которые нас и благодарных пользователей компании Epifan только будут радовать. Да, да, отлично, отлично. И вам большое спасибо за то, что меня пригласили. Я думаю, что если возникнут любые технические вопросы, вы можете, в принципе, задавать их напрямую в компанию Брилов. Там Брилов очень надежный наш партнер, самый, мне кажется, крупный у нас в Восточной Европе. Так что если какие-то вопросы по технической части, я думаю, что коллеги из Брилова с удовольствием на них смогут ответить. Игорь успел увидеть, что есть уже прошивка версии 4.14. Есть уже прошивка версии 4.14. Да, версия прошивки 4.14 у нас пока что только на Perl Nano. Следующая версия прошивки для всех устройств будет у нас к лету. Понятно, спасибо. Отлично. Ну что ж, коллеги, большое спасибо. Тогда мы заканчиваем наше мероприятие. Спасибо, что вы пришли. Будем вас видеть рады в следующий раз на других наших мероприятиях. Спасибо.